Истина состоит в том, что мы не это тело, не этот интеллект, эмоции, это эго, условности, но мы являемся Духом. Еще одна истина в том, что существует тонкая, всепроникающая божественная сила, которая выполняет всю живую работу. В 1970 году Шримата Джанирмала Деви основала Сахаджа-йогу, активную технику медитации, которая выводит нас за пределы своих ограничений. Благодаря пробуждению нашей внутренней духовной энергии мы можем испытать единство всех аспектов жизни — физического, ментального, эмоционального и духовного. Тысячи людей в более чем 40 странах мира уже испытали это просветление. Настоящий мир на Земле может быть достигнут только через трансформацию человеческих существ. Сахаджа-йога — это уникальное открытие. Я кланяюсь всем искателям истины. Истина — это нечто, что не может быть изменено, не может быть оспорено, не может быть выдумано. Вы должны чувствовать истину на своей центральной нервной системе. Что такое истина? Истина в том, что вы не это тело, не этот ум, не этот интеллект. Вы не эти условности или ваше эго, но вы являетесь чистым духом. Это первая истина. Вторая истина в том, что вся эта вселенная покрыта очень тонкой энергией, которую называют всепроникающей энергией, божественной любви. На санскрите ее называют Парамчайтанья. И это те истины, которые мы должны искать и которые мы должны однажды познать. Это истина, которую мы можем чувствовать на нашей центральной нервной системе. Чтобы это произошло внутри нашего существа, все было заранее подготовлено. Это энергия, которая является остаточной энергией кундалини. Она называется кундалини, потому что она свернута в 3,5 витка. Она находится в треугольной косточке, называемой сакрум. Это означает, что греки знали, что она священна. И эта энергия должна быть пробуждена. А когда она пробуждается, она поднимается через 6 тонких энергетических центров и пересекает область родничковой кости. Тогда вы чувствуете, что прохладный ветерок течет из вашей родничковой кости. Это подобно подключению к сети электроснабжения, которое у нас есть для приборов. Благодаря этому вы становитесь самореализованным человеком. В том смысле, что вы развиваете новые измерения сознания в вашей центральной нервной системе. И вы можете чувствовать не только свои собственные центры или чакры, но и центры других людей. Вы получаете знания о самих себе и о других людях, их проблемах. Таким образом, вы становитесь коллективно осознающими, так как вы устанавливаетесь на новом уровне человеческого осознания, коллективного осознания. Это вопрос становления. Это не какой-то сертификат или упражнение. Сахаджа. Саха значит «с». Джа — рожденная вместе с вами. Сахаджа означает «спонтанный». Йога — это союз со всепроникающей божественной энергией. Сахаджа-йога — это право каждого человеческого существа на его восхождение. В процессе эволюции мы достигли ступени человеческих существ, но наши знания не абсолютны. Чтобы получить абсолютное знание, мы должны подняться выше, в новую область, за пределами мысли,
И это та новая реальность, которую вы получаете после сахаджа-йоги, и посредством которой вы ощущаете истину. И все ощущают ее одинаково. С пробуждением кундалини также происходит много чудесных вещей, потому что она питает все ваши центры. Вы заметите, что благодаря этому питанию ваше здоровье внезапно улучшается. Определенно, сахаджа-йога излечила многие психосоматические заболевания, такие как рак, в этом нет сомнения. Но это происходит только, когда кундалини поднимается и пересекает область родничковой кости. Только тогда это происходит, и это работает таким образом, что вы точно уверены, что с вами произошло нечто новое. Кроме того, ваш ум успокаивается. Многие умственные расстройства были излечены. Также значительно улучшаются ваши умственные способности, так как ваш мозг, который вы используете, это всего лишь малая часть. Но когда свет Духа попадает в ваш мозг, вы начинаете видеть вещи более глубоко и понимать их гораздо лучше. Просто поразительно, что это должно произойти со всеми нами, как последний прорыв в эволюционном процессе. Сахаджа-йога вовсе не что-то новое. Она была и раньше, но передавалась только от учителя ученику. Лишь в 20 веке кто-то написал достаточно ясно об этом для широкой общественности. И теперь она практикуется. И тысячи людей по всему миру получают свою самореализацию. Да благословит вас.